Всем привет! Давайте еще полазим в ZBrush и сделаем вот такую интересную штуку. Давайте откроем модель. Вот модель такого вампира. И что можно с этой моделью теперь нам сделать? Как мы делали раньше рельефы, барельефы с картинок. Вот давайте теперь попробуем с этого бюста сделать что-то интересное. Давайте откроем альфу, нажмем Crop and Fill, вот эту вот кнопку. Вот что у нас получилось. Теперь нажимаем опять альфу, делаем Crop Doc. И что нам нужно теперь? Теперь вот этот документ мы должны сохранить. То, что получилось, вот он в документах. New Document. Сохранить, да. Сохраняем в папку или на рабочий стол. Исчезает у нас эта работа. И давайте теперь откроем опять нашу модель. Вот мы ее опять открыли. И теперь опять жмем на альфу и жмем теперь только Grab Doc. Вот изменения, какие у нас тут получились. Что дальше мы делаем? Давайте удалим теперь эту модель. Откроем план 3D. Вот так вот. Сделаем опять все стандартно. Edit Make Polymesh. И добавим дивайдов. Ctrl-D. Все, добавили мы дивайдов. Выровняем давайте нашу плоскость. Shift и левая кнопка мыши зажатая. Давайте теперь откроем нашу альфу получившуюся. И вот так. Сейчас. Поставим Drag Rect. Вот этот. И вот так. Можно наносить альфу. Давайте еще добавим дивайдов. 263 тысячи, я думаю, будет четче. И давайте опять повторим. Вот так четко у нас получается барельефчик. Вот так он выглядит. Ничего так быстрая система. С любой картинки, с любой модели можно это все сделать. Потом здесь можно все выровнять мал-мал, так сгладить. И давайте предыдущее видео применим. Посмотрим, как у нас получится. Вот так выставим. Буду делать быстро, чтобы видео не затягивать, так что за качество извините, если что-то будет не так качественно, как бы хотелось. И вот так мы все это затеняем, делаем выделение. Так, теперь давайте уменьшим Draw Size, приблизим поближе. И вот так вот. Доработаем нашу модель. Вот главное, чтобы вот эту не зацепить часть, если будете делать. Давайте еще так ее чуть-чуть очистим.
вот эту кромку главное не зацеплять. Вот эту вот. И давайте посмотрим, что дальше можно с этим сделать. Это мы почистим. Потом ее можно будет подкорректировать. Все, не буду доделывать. Тут мышкой мне неудобно делать, где я видео пишу. На столе лучше. Так, все, вот такое у нас получается. И давайте теперь прошлое видео вспомним. Давайте зайдем в Visibility, вот эти Ability. Ага. Интересное название. И нажмем Hide PT вот это. Оп. Не так. Давайте вернемся. И нажмем Ctrl-I. Инвертируем все это дело. И вот так вот у нас получается нормальный такой рельефчик. Барельефчик. Если его сделать качественно, обвести, чтобы не затрагивать вот эти вот части. Предварительно можно еще его выгладить, подготовить. И вот что у нас получается. Теперь мы заходим. Сейчас давайте зайдем в геометрии. Нажмем Modify Topology. И нажмем Delhigen. Delete from Subdivide показывает. Вот такое у нас получается. Теперь можно девайды поудалить. Они нам, в принципе, не нужны. И все. Делаем Make Polymesh. И вот у нас будет уже такая модель. Все, всем пока. Надеюсь, было интересно. До свидания.